День памяти и скорби у мемориала «Живые камни памяти и славы» в деревне Салманово прошел концерт «Реквием». В памятном мероприятии принял участие глава округа, секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Андрей Иванов, областные и муниципальные депутаты, представители ветеранских организаций, общественники и местные жители. Андрей Иванов возложил цветы к мемориалу. Памятник был установлен в 2017 году по инициативе руководителя фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслава Киреева при поддержке главы муниципалитета.